Подмосковные полицейские совместно с уголовным розыском УМВД России по Ленинскому городскому округу задержали пособника телефонных мошенников, обманувших пенсионеров на сумму около 2 миллионов рублей. На мобильный телефон 77-летней местной жительницы позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из силовых ведомств. В ходе разговора мужчина сообщил пенсионерке о том, что с ее банковского счета был осуществлен перевод денежных средств в поддержку вооруженных сил Украины. За непривлечение к уголовной ответственности он потребовал выполнить действия по его инструкции, что женщина и сделала. По данному факту следователем следственного управления УМВД было возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в преступлении. А при каких обстоятельствах забрали? Можете рассказать, какую сумму? Мне написали в Телеграме: съезди, пожалуйста, туда, забери денежку и привези в Москва-Сити. Угу. Я приехал. Куда приехали конкретнее? Видное, поселок. Точный адрес не помню. Угу. К кому? К какой-то пенсионерке. Угу. Что она вам передала? Она передала мне конверт с деньгами. Есть основания полагать, что задержанный причастен к совершению аналогичного преступления на территории городского округа Балашиха. Общий ущерб от противоправных действий составил около 2 миллионов рублей. Видновским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление соучастников, а также дополнительных эпизодов их преступной деятельности.